У директора не может быть никаких симпатий. Директору должно нравиться все. Не может быть симпатий. Не может. Не имею права. Что для меня главное? Могу сказать, что для меня главное. Что бы ни было по разнообразию, главное – это профессиональное качество того, что делается на сцене Большого театра. Нас выбрали из всех. Меня посмотрели, вот так и вышло, меня взяли. Каждая девочка, наверное, из училища об этом мечтает. Первое время, то, конечно, это будет, наверное, третья линия кардебалета, чтобы продвигаться дальше. Начинаем мы сезон с «Орлеанской девы» Чайковского. Концертное исполнение. За пультом впервые встанет новый музыкальный руководитель. Следующий спектакль, который будет премьерным, это будет капитальное возобновление, с моей точки зрения, одного из лучших балетов Юрия Николаевича Григоровича «Легенда о любви». Вот если говорить о пристрастиях, то я являлся всегда поклонником этого балета Юрия Николаевича. Следующая история – это вот спектакль о Кае и Герде, опера Сергея Баневича, которую делает молодой режиссер Дмитрий Белянушкин вместе с мэтром сценографии Валерием Левенталем. И дирижер Антон Гришанин. Ой, хотелось бы распеться, но после отпуска длительного так не хочется. Ну, ничего, репетиции уже пошли активно. С 11 утра уже сегодня Кая Герда была. Это вы привыкли, что я мальчиков играю. Но в этот раз я Герда пою. Следующая премьера – это «Риголетто». Это совместная постановка с «Экс-Провансом». Это такой достаточно экспериментальный спектакль. Премьера его будет в декабре на новой сцене Большого театра. Следующая не менее важная премьера – спектакль «Пиковая дама» в постановке Льва Додина. За пультом будет Михаил Юровский, и эта премьера состоится в феврале 2015 года. Балет «Гамлет», который сочиняют Раду Поклитару и замечательный режиссер Деклан Донован. Следующая премьера – «Свадьба Фигаро» Моцарта. Мы уже в концертном исполнении. Основные исполнители – это молодежная программа Большого театра. И завершим мы сезон двумя премьерами еще. Это «Кармен» в постановке Алексея Бородина, и за пультом будет стоять Туган Сохиев. И «Герой нашего времени». Это тоже экспериментальная достаточно работа, которую будут делать, с моей точки зрения, очень интересный хореограф Юрий Посохов и режиссер Кирилл Серебряников. Так что, если вы вдруг на эту всю обойму посмотрите, то все увидите там. И классический балет, и поиски современного языка в балете. Вы увидите традиционные постановки оперные, и в то же время поиски молодых режиссеров. Я еще такого начала сезона не видела в Большом театре. Всех улыбки на лице. Меня поздравляют с тем, что теперь я уже официально солистка Большого театра. Меня в этом году пригласили. Теперь я могу писать, ну, что я солистка Большого театра. Для меня, как для украинки, со всеми этими событиями, конечно, это очень важно. Я теперь имею новый дом, новую семью. Планы – это лишь только то, что заявляется. Вопрос в результате того, что мы сделали. И только в результате. И по-настоящему говорить о планах и оценивать эти планы можно будет после последней премьеры. Вот театр заявлял это, а получилось это. Все остальное от лукавого.